Что не скажешь о трамваях, то всегда выходит тебе не печально. Ну, если из бумаги. Такой случай с 309. Назвал я в честь трамвая 71-68 нашего города. И нет, не подумайте, что он до сих пор в живых. Его больше нет в живых. Это последнее воспоминание о трамвае 309 в моем городе Владивосток. Он достался последний 71-68 бортовой номер 318. И том в нерабочем состоянии. Та фраза, которую я сказал в начале, это даже главная фраза этого вагона. Так как он был склеен карандашом. В прошлом выпуске я это уже говорил. Я ничего не имею против 71-105 РМ-2. Но если так сказать, то мне его сестра печатала. И она мне распечатала в формате А3. Но я против этого, но я против него имею. Это вот эта вот мелкая деталь. Клея наливалось, ну, ПВА. Максимально много. И боги наконец-то у него сам держится. Даже у того вагона он падал. Извините за яркость. Вон того. Ну и всем спасибо за просмотр. И всем пока. Пока. Триста 313 и 315.